Всем привет, с вами Ольга Чернова. Сегодня я хочу вам рассказать о подзимних посевах лука, что нужно с ними сделать рано-рано весной, как только сойдет снег. Если вы в прошлом году первый раз посадили лук под зиму и не знаете, как за ним ухаживать, я сейчас вам покажу. Вот как только появляются вот такие маленькие первые перышки, по которым можно увидеть, куда направлены рядки, где междурядье, нужно сразу начинать рыхлить. Потому что за зиму грунт уплотняется под тяжестью снега, доступ воздуха прекращается к корневой системе, и лук может затормозить в развитии. Как только у вас появилась возможность, нужно сразу же прорыхлить этот лук. Это самое первое, что нужно сделать. Уже потом будут всякие там подкормки, опрыскивания от вредителей. Сначала нужно распушить почву. Я весной никаких подкормок не делаю. Заранее предвижу этот вопрос, чем нужно подкармливать. Потому что я осенью в грядку сразу, вбиваю перегной. Перегной, чернозем. Все это делаю. Грунт у меня жирный сразу. И луку хватает надолго. В следующий раз я сюда приду. Только обработать от вредителей, от всяких, от луковой мухи, от других, которые там заводятся. Это я потом расскажу. Сейчас, рано весной, как только сошел снег, необходимо провести сразу же прорыхливание. Это касается подзимних посевов и лука, и чеснока, и все, что вы садили осенью. Грунт сильно утрамбовывается, и если вы не прорыхлите, очень медленно будет расти лук. Вот у меня уже показалось одно-два перышка. Сейчас будет тепло, и тогда мы сделаем профилактическую обработку от вредителей заранее уже, чтобы уже на них никто не садился, никакие мошки, ни мушки, ни луковые, ни морковные. Все это потом. Сейчас прорыхлите, и пусть он отращивает зеленое перо. Потом, у кого будет медленно отрастать зеленое перо или желтеть, нужно будет сделать азотосодержащую подкормку. Это всякие есть мочевина, селитра или комплексное удобрение, любое. Но сейчас пока не видно, как он растет, быстро или не быстро, он только показался. Все, до свидания. Вот этот, надеюсь, маленький совет пригодится новичкам, которые, думают, что вылез он и будет сам расти. Нет, рыхлить обязательно. Это залог успеха, вот отрастания, его развития. Нужен воздух. Дайте доступ воздуху к корневой системе. Все, до свидания.